Итак, мы идем на озеро. Будем плавать на лодке. Посмотрим, что из этого получится сейчас у нас. Расскажите, дети, где вы сейчас? Около лодки. Сейчас плывем на лодке. По озеру? Мне страшно, я ага, у меня наш лодка вот такая. Номером. Номер два? Номер два, да. Папа тут у нас пытается весла сделать. Знаешь, мы сейчас поплывем. Садись, Даша. Татьяна, ты готова плыть? Ох, страшно было садиться в эту лодку. Приехали вот в такой церквушке, которая была построена на острове, на камешках. И уже потом, после, к этой церквушке построили такой мостик. Дизайн, ну не знаю. По крайней мере, туда теперь на этот остров можно попасть. Храм Андрея Первозванного. Этот храм попал в книгу рекордов Гиннесов как первое культовое сооружение, построенное на Дунае на 100 лет. Сейчас проход, к сожалению, закрыт. Видимо, все-таки из-за коронавируса. А может быть, там висит расписание, и в определенные дни открывается. В нем проходит богослужение. Кто хочет там креститься, молиться, пожалуйста, добро пожаловать! Вышло солнышко, стало гораздо теплее, позитивнее, красивее. Ветреное только осталось. И дождик опять стал пошел. Вот мы приехали в нашу новую базу отдыха. Такие здесь домики. Там какая-то маяк или тропинки. Мангал стоит. Итак, давайте посмотрим обзор нашего дома. Татьяна, давай. Покажи, что тут есть. Мы здесь раньше не были. Ого! Стиральная машинка есть. Тепло здесь как? Так, стиральная машинка. Душевая кабинка. Там у нас что? Туалет. Кажется, так, туалет, смотрите. Здесь что-то синенькое непонятное. Называется. Отлично. Такой выключатель здесь интересный. Супер. О-о-о,
Здесь тоже выключатели. Что там? Раздевать можно, пап? Можно? Телевизор есть. Выключатели, смотрите. Включаем. Да будет свет. Вот такой большой-большой терем. Прям новизной пахнет. Кухонка, микроволновочка. Татьяна полезла на второй этаж. Возьми камеру. Опа. Очень старому там. Вау. Ой, как страшно, блин, на самом деле. Ой, так все красиво. Главное, головой не удариться. У-ху. Вот такая рыбка получилась на костре. Сейчас Татьяна проверит ее. Готово, готово. Форель. Можете быть ручки, проходить за стол. Из ладожского хозяйства. Свеженькая. Такой у нас получился стол. В этот раз мы будем пить винишко. Винишко из пятерочки. Будем пробовать, что называется, рисковать. Такое-то французское. Надеюсь, выживем.